Бескрайние просторы тайги и тундры издавна были освоены эвенками, эвенами, долганами, юкагирами, чукчами. Но тем не менее, истинными хозяевами этих земель они не были. Но времена меняются, меняется и положение вещей. И в какой-то момент депутаты, представители коренных малочисленных народов Севера Якутии, решили создать свою ассамблею. Ассамблея депутатов коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия была создана с целью объединить и вообще обратить внимание на тех лидеров, которые работают на уровне наслегов, районов. И мы сделали анализ до этого. Оказалось, что количество представленности коренных малочисленных народов было совсем низкое. Низкое не потому, что они неактивны, да, а потому что, ну, они не участвовали на выборах, особо не понимали суть работы депутата, возможно, да. И была проведена ассоциация коренных малочисленных народов, большая работа для того, чтобы выдвинуть на выборах 2018 года побольше представителей, без представительства в таких органах, которые решают большие вопросы развития тех же территорий, на которых они проживают, вопросов защиты исконной среды, защиты прав коренных малочисленных народов. Поэтому мы решили все-таки в 2018 году более сплоченно, организованно принять участие на выборах всех уровней власти. И к созданию ассамблеи депутатов пришли с очень даже хорошими результатами. Более 115 коренных малочисленных народов стали депутатами наслегов, представительных органов района, ну и в законодательном органе Республики Саха-Якутия нас 5 человек. Поэтому мы эту работу должны не останавливать. С созданием ассамблеи на уровне Российской Федерации решено достаточно много вопросов. Например, возьмем федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Это закон, мы считаем, как малая конституция для коренных малочисленных народов, который был принят в 2001 году. И мы считаем, что это закон, который направляет все субъекты, чтобы обратили внимание на тех людей, которые занимаются своими проблемами тихо, спокойно, как будто бы их нет. Но про нашу республику, что тихо мы ведем работу, нельзя говорить, так как именно в республике Саха-Якутия в 90-х годах, благодаря нашим лидерам, вот при государственном собрании Ултумен был создан отдельный комитет по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики. С того дня прошло достаточно времени, и мы имеем в руках действующие законы, их более 20, и еще нормативных актов плюс 20. Да? И это говорит о том, что правительство нашей республики, все главы субъекта и республики, которые были избраны народами, они пристальное внимание уделяли нашим вопросам. В 2000-м, 2001-м, 2003-м были основополагающие федеральные законы в отношении коренных малочисленных народов. Это закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов, закон о общинах коренных малочисленных народов, закон о территориях традиционного предпользования, самый главный закон, который
отрегулировал и регулирует сегодня вопросы земельных отношений. И опираясь вот на эти три федеральных закона, мы ведем свою работу. И создание ассамблеи депутатов активизировало работу по всем направлениям. Но давайте возьмем, для нас это самое главное, вопросы земли, территории традиционного природопользования, исконные территории, которые защищены главным законом нашей Родины, Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. И благодаря вот этой статье в Конституции Российской Федерации по заявлению родовых общин могут создаваться территории традиционного природопользования. И этим правом мы воспользовались на уровне нашей республики. Создано 64 территории традиционного природопользования за эти годы. И на этих территориях особый режим ведения традиционных видов хозяйствования. Ну и особое внимание к тем, должно быть тем людям, которые ведут это хозяйство, передают от поколения к поколению. Самым главным мы считаем это вопрос оленеводства. Оленеводство – это не простое направление животноводства. Оно связано с защитой этноса, народов, которые занимаются этими видами тысячелетиями. И три региона называют сегодня самыми крупными регионами, которые по государственному с особым вниманием относятся к вопросам оленеводства. Это Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский и Республика Саха-Якутия. Но сегодня я рада тому, что благодаря настойчивости парламентариев Республики Саха-Якутия, созданию на уровне нашего парламента большой рабочей комиссии по обсуждению федерального закона, проекта о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации, мы смогли доказать, настоять о принятии отдельного раздела, который называется «О государственной поддержке коренных малочисленных народов в арктической зоне». Благодаря вот этому разделу сегодня мы имеем возможность говорить о том, что наши вопросы озвучиваются, берутся во внимание. Это создание комиссии на уровне Министерства Дальнего Востока и развития Арктики. И 9 регионов арктической зоны представляют по 2 человека. Нашу республику представляет Августа Дмитриевна Марфусалова, старейшина коренных малочисленных народов республики, и Кугаевский Александр Андреевич, кандидат экономических наук, представляет от имени научного сообщества. И это очень сильная команда. За эти годы проведено 3 заседания больших, и где они озвучивали вопросы Северного завоза. Они озвучивали вопросы защиты традиционных видов хозяйствования. И вопросы, которые ежедневно возникают, начиная от малой авиации, заканчивая вопросами здравоохранения, образования, все это они, значит, озвучивают на уровне Министерства Дальнего Востока и развития Арктики. Ну и вторая статья этого раздела, она очень близкая. Мы гордимся тем, что эта статья внутри закона, и она будет всегда, если программы, которые работают 2-3 года или 5 лет, потом исчезают, другое направление берут, то эта программа внутри закона, и никогда она не исчезнет. Называется эта программа «Государственная поддержка коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни
Это вопрос оленеводства, рыболовства, охоты. В 2022 году впервые поступили федеральные деньги, благодаря которым удалось приобрести вездеходы, бураны, начали строиться корали, начали использоваться новые технологии, которые облегчают жизнь и быт оленеводов. Третье направление – это взаимоотношения, стандарт взаимоотношения недропользователей и коренных малочисленных народов, о которых мы очень много говорим. Ну и республика, основываясь на федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, приняла уникальный закон, который сегодня обращаются многие субъекты. Это закон об этнологической экспертизе Республики Саха-Якутия. И еще 4 года тому назад президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал задание, чтобы был и закон на российском уровне. Поэтому вопросы, которые решаются на уровне парламента нашей республики, реализуются, они во внимании и высшего руководства нашей страны. Ну и вот по стандарту, что бы я хотела сказать, это этнологическая экспертиза, то, что мы сегодня реализуем. Это возмещение убытков, это не только возмещение убытков, это помощь тем территориям, где проводятся эти работы в восстанавливании традиционных видов хозяйства. Это на примере, Анабарского луса можно посмотреть, как алмазы Анабара и рядом же десятками тысяч оленей с достатком очень уверенно живущими рядом охотниками, оленеводами. Вот такая картина должна быть. Взаимопомощи, картина созидания на этих территориях, радости, счастья, чтобы оленеводы чувствовали себя хозяевами этих территорий, оленеводы чувствовали себя счастливыми на своих землях. Вот это основная задача, которую ставит перед собой закон и законодатели, которые работают на разных уровнях. Не так давно состоялось расширенное заседание Президиума Ассамблеи депутатов, представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Что у нас есть все-таки такой орган, даже пусть это вообще признанная общественная организация, куда входят все регионы, в которых проживают коренные малочисленные народы, и особенно входят те люди, именно уважаемые, которые в общественном движении уже не один десяток лет, кто-то и 30 лет. Конечно, мы всегда прислушаем к их мнению. И самое главное, что президент ассоциации у нас является еще и членом Совета Федерации. Естественно, когда мы обсуждаем на этом уровне предложения и замечания законодательства, со своей стороны Григорий Петрович всегда отстаивает наши инициативы. Какие у нас проблемы? У нас в основном, сами понимаете, что правила рыболовства, административный регламент подразумевает, что наши представители, которые занимаются выловом водно-биологических ресурсов, должны сейчас находиться все в местах лова. В связи с тем, что у нас труднодоступные, сами понимаете, даже в край наш, многие места, до многих мест нужно добираться на лодках, где-то нужно добраться там, на машине и так далее. И когда рыбинспектора приходят и проверяют, кто находится на месте лова, некоторые представители и приносят с собой журналы или вылавливают для своих членов семьи. Конечно, у нас это выходит так, что людей начинают штрафовать, изымать средства лова и так далее. Поэтому со своей стороны предложения, которые я подаю, они основаны именно на обращении граждан. Вот. Обращение граждан состоит в основном в том, чтобы опять же вернули из практики, вот у нас практиковалось, когда бригадный лов был, когда глава семьи получал лимит на всех своих членов семьи.
создавал свою бригаду из родственников, выезжал на те же места, там же отлавливали рыбу, как положено, с выделенным лимитом по 200 килограмм человека. И возвращались, как говорится, уже заготовленные к себе на место, по месту регистрации. Но когда мы предлагаем это, конечно, сейчас Федеральному агентству по делам рыболовства, нам, конечно, говорят, что извините, это коррупция и так далее. Но когда мы начинаем объяснять и другим органам власти, в том числе и Москальковой Татьяне Николаевне, когда я показываю на карте, что поймите, что нам нужно вот отсюда довести людей вот до сюда. Вот. Идет понимание, но еще раз говорю, у нас опять прошла сейчас путина, и снова люди столкнулись с тем, что кого-то опять же штрафовали и так далее. Все равно мы будем стоять на своем, но посмотрим, как у нас получится. По охоте. По охоте у нас хорошо, вот все-таки мы добились, что сейчас охотничьи билеты вносятся, каждому охотнику вносится в охотничий билет отметка, что он ведет традиционный образ жизни, что он может охотиться на основании статьи 19 закона об охоте. Это уже прогресс. Но на сегодняшний день у нас получается так, что, например, сами понимаете, у вас тоже это есть, у нас развились медведи, их там просто несчитанное количество, их просто невозможно, может, так посчитать. Вот. И мы сейчас выходим опять же с предложением, чтобы нулевую ставку давали на выдачу разрешения на добычу медведя. Также и на волка. Волки у нас развились просто, не знаю, тоже в несчитанных количествах. У нас в основном, естественно, страдает оленеводство, у нас страдают охотники. Потому что собак, которых вот именно домашних у нас грызут, в общем-то, при охоте и так далее. Вот. Также у нас недавно состоялась встреча, но это у меня, например, как уполномоченная по правам коренных народов в Камчатском крае, не первая, с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Демишевым Дмитрием Викторовичем. Вот, в общем-то, у нас уже получается четвертая. Так и у него у нас очная была, когда мы в 21-м году выезжали в оленеводческие звенья Тегинского района, были в Палане, вел прием у нас по личным вопросам, а также возили его в тундру, где он своими глазами видел, как у нас ведется оленеводство, как, чего люди живут и так далее, с какими проблемами сталкиваются. Вот, он очень понимает всю проблематику, с которой мы сталкиваемся в законодательстве. Опять же, не первый раз я направляю ему свои предложения, где указываю, что необходима его помощь, например, по внесению изменений в те или иные законодательные нормативно-правовые акты. Вот. Человек, в общем-то, я имею в виду Демишина Дмитрия Викторовича, ему очень интересна жизнедеятельность и традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. И он открыто идет на контакт по некоторым предложениям и замечаниям. Уже видно, что предприняты были определенные меры к определенным органам власти, где, например, если по жалобам я направляла, уже была информация о том, что предприняты Генеральной прокуратурой такие-то предписания, определенные лица были там наказаны там, и так далее. Реакция идет, и это очень хорошо. С самого начала создания работа Ассамблеи депутатов-представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия находилась под пристальным вниманием заместителя председателя Государственного собрания Илтумен Виктора Николаевича Губарева. Сегодня нужно некоторые законы, их пересмотрели. И совершенно верно, значит, депутаты представительных органов, которые входят в ассоциацию, в ассамблею коренных малочисленных народов Севера, они поднимают эти вопросы. Ну и мы их знаем, и вместе пытаемся решать. Это вопрос о земле, который первоначально предусматривал безвозмездную передачу в аренду, безвозмездную передачу земли к родовым общинам. А сейчас это передается в аренду. Нужно вернуться, прежде всего. Второй вопрос, который связан с
с территориями традиционного природопользования. Вопрос, который связан, значит, законы о рыболовстве, об охотпромысле. Здесь появились ограничения, которые, значит, не способствуют улучшению традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов села. Много у нас общественных, казалось бы, организаций по органам исполнительной власти. У нас Министерство Арктики, которое отвечает за все это. Министерство внешних связей, они тоже курируют вопросы коренных малочисленных народов Севера. Ассоциации в районах и в целом наша республиканская, которую возглавляет Андрей Васильевич Кривошапкин. Но в то же время создание ассамблеи народов Севера, это куда входят все депутаты, представляющие арктические районы, представляющие территории, где проживают коренные малочисленные народы Севера, мы думали, что это не превратилось бы в очередную организационную структуру. Нет. На самом деле это было совершенно правильное решение, потому что депутаты, которые там представляют, населегов, в том числе и районных советов, они живут там непосредственно. Они знают, во-первых, всю ситуацию, а во-вторых, они имеют право законодательное, право нормотворческой инициативы ставить вопросы, принимать решения и решать их. Поэтому удалось здесь вот именно с участием ассамблеи некоторые вопросы, ну, более конкретно решать. Например, вопрос у нас взаимодействия с недропользователями. У нас крупных недропользователей более 40, ну, более 40. Потом вот одни только золото добывают. Добычей золота занимается юридических лиц более 80. Поэтому, значит, а крупные недропользователи, да и все, которые занимаются, значит, добычей природных ресурсов, они должны по законопроекту, вообще по закону, а принятый наш закон об этнологической экспертизе, недропользователи, которые начинают добычу природных ресурсов, должны решить два вопроса. Это, во-первых, значит, предоставить, значит, все необходимые документы, на какой ущерб будет нанесен экологии природы. И второе, предоставить документы, какая компенсация будет, значит, оплачка перечислена этим территориям на решение социальных вопросов, жизнедеятельности вопросов. Поэтому здесь удалось, значит, наводить порядок, но в то же время и в случае, если примеры, когда уходят в выполнение этой этнологической экспертизы, ссылаясь, что мы федеральные органы, федеральные получаем лицензии, поэтому, значит, и какие-то допускают слабости. Поэтому мы неоднократно выходим инициативой республики и госсобрания ЛТУМЭН принять федеральный закон об этнологической экспертизе. С момента создания Ассамблеи депутатов-представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия прошло 5 лет. Как видим, за это время сделано немало. Но предстоит сделать еще больше. И думается, что Ассамблея справится со всеми задачами, которые ей предстоят.